А наш корреспондент Лада Елецкая продолжает вас знакомить с иностранцами, которые живут в Санкт-Петербурге. Им так понравился наш город, что они решили здесь остаться. Сегодня вы познакомитесь с американцем, который учится у нас. Давайте посмотрим, почему он решил выбрать именно наш университет. Лада, вы готовы? Готова. Я американец, я приехал в Россию 3 года назад. Мой дедушка был первым школьным учителем русского языка в США, и я им очень горжусь. Он был во Второй мировой войне и был награжден бронзовой звездой после того, как убил 4 немцев и спас другого американца. Но все равно, после того, как он стал учить русскому, он получил письмо от американской организации ветеранов. И, короче, они обвинили его в том, что он был коммунистом. Я историк по образованию, и хотелось бы писать книги про советскую историю. Ого! Я изучаю менеджмент в IT. Для русского человека это смешно. Американец изучает менеджмент в России. Ты понимаешь вообще, как у нас вообще делаются дела в нашей стране? Да, но я не знаю, для меня это интересно. Ну, может быть, есть капля правды. Несмотря на то, что снег, холодно, ты вот как-то пришел так по-летнему, скажем так, одет. Я живу в горах, ну, в Америке. Я там вырос, конечно. И нам тоже, ну, очень холодно, так для меня это ничего нового. Но это в Колорадо, самый горный штат. Я думаю, что русские, они более честные, когда они говорят. Ничего не скрывает. А американец? Для нас, конечно, это маскировка вежливости. Я не знаю, я честно ожидал, что будут очень большие различия между Америкой и Россией, но я, ну, после 3 лет здесь я их больше не вижу. По-моему, это просто забавно. В любом случае, что бы ни случилось, будет грустно уезжать.